Онлайн-заседание Техасского окружного суда по делу о контрабанде во вторник пошло немного не по плану. В начале встречи, проводившейся по Zoom, 69-летний адвокат Руд Понтон появился в образе котенка. Судья Рой Фергюсон указал на его внешний вид и предложил превратиться обратно в человека. Понтон сказал, что он и его ассистентка пытаются это сделать, но в принципе он готов продолжать и в образе кота. Видеозапись попала в интернет и быстро стала вирусной. Ее посмотрели миллионы человек. Я живу в небольшом городке на западе Техаса, и когда я пытался пообедать после того заседания, мне внезапно начали звонить из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона. Я никак не мог понять, что происходит. Как выяснилось, компьютером Рода Понтона перед судом пользовались дети его ассистентки. Они включили в Zoom специальный кошачий фильтр, который к тому же подстраивался под движение глаз адвоката. Судья Рой Фергюсон отнесся ко всей этой истории с юмором. Я много забавных вещей видел, и другие судьи тоже. Все это есть на YouTube. Это был просто еще один повод всем нам посмеяться и научиться отключать такие штуки. При помощи судьи адвокату быстро удалось отключить фильтр и вернуть свое нормальное изображение. Дальше заседание проходило как обычно.